Цикламен многие покупают как временное украшение дома, ведь редко кому удается сохранить его и выращивать дольше 3 месяцев. А все из-за того, что не знаем некоторых его особенностей. Дело в том, что от 7 до 9 месяцев цикламен проводит в покое в виде клубня, спящего под землей. Если вы заметили, что цветение идет на убыль, не надо расстраиваться. Прежде всего сокращаем полив. Вращательными движениями удаляем все сухие цветоносы и листья. Переваливаем растение в свежую почву. Клубень при этом слегка присыпаем сверху землей. И убираем в прохладное место до лета. В начале июня полив увеличиваем. Поливать цикламен нужно строго в поддон, чтобы вода не попала на клубень. И производим по 2-3 опрыскивания в течение дня. При таком тщательном уходе цикламен многие годы будет радовать вас своим красивым цветением.